Он собирается использовать радиоуправляемые модели, вот эти вот, помнишь, которые по стенду ездили? Неплохо. Хороший план, слушай, у него хороший. Но, ладно, ну не, действительно, план. план неплохой, эти модели классно выглядят, я не знаю, как он, правда, снимать собирается, на какие-то макрокамеры, наверное, я понятия не имею, но это действительно просто классно. Я считаю, что наивность потрясающая в душе у человека, если он действительно горит этой идеей снимать, но в любом случае...